К торжественному маршу! В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 14 тысяч военнослужащих. Движение парадных расчетов по традиции открыли мины. Затем по брусчатке Красной площади проследовали свободные полки сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения, космических войск, воздушно-десантных войск, а также войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск. В составе парадных расчетов прошли батальоны железнодорожных войск, дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД Российской Федерации, других силовых министерств и ведомств. Участники парада были одеты в парадную форму нового образца. По Красной площади страны проследовало около 100 единиц военной техники. По подсчетам Министерства обороны России, на парад страна потратила около 1 миллиарда рублей. Юлия Заяц, телекомпания ЛТВ, Москва, Россия.